направлении на юг, ориентация на север. Жизнь проста, как дважды два, и пища минус семь. Где любовь, там и вражда, я внутреннего зверя. На чеку бочки всегда держу, встречая на заре. Свет издалека времен, это Проксима Центавра. Я брошенный себя, обрек всецело карма. Не роляет все, мы попадем потом в тартар. Жизнь стреляет наугад, я поперек прицела встал там. Позабудь про мою речь, как Илюха Муромец про печь. Пускай атланты ломят плечи, так задумал Бог, так что жалеть их нечего. Больше никакого страха, если к Магомеду не идет гора, тогда горе придется пойти нахуй. Да и виноват сам и молчи, я брошен. Брошен, потому что в глубине так и хочу. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не я брошен. Колет колесо судьбы семь бит, его мотай на цепь, крути велосипед. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не я брошен. Колет колесо судьбы семь бит, его мотай на цепь, крути велосипед. Судите просто, все это трансгрессивно-переходный возраст. Мы беспризорники, нас бросят небожители. На каждой веточке ризомы мутятся бомжи теперь. А за милой пустотой кузнечик-человечек, бежит он без нее, как небелунги без колечек. Аргонский лес и небо лунные, как свечи. В могиле светлячки горя мне предлагают лечь. 5 минуток отдохнуть, хотя чуть и снова в путь. Обещаю тебе то, что обязательно проснешься. Но был когда-то тоже каждый кем-то брошен огонек. В этой могиле светлячков упокой Бог. Эту суспензию из души созвездия веснушек светит в поле тем, кто брошен против своей воли. Всем, кроме меня, я молчу. Ведь я знал, на что иду, а потому я брошен, ибо так хочу, так хочу. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не я брошен. Голит колесо судьбы семь бит, его мотай на цепь, крути велосипед. Я брошен, и все на уме себе. Я брошен, брошен, даже если не я брошен. Голит колесо судьбы семь бит, его мотай на цепь, крути велосипед. А вот это же запоминается, вот хоть ты как бы визуально, да? Мы особо его мало видели, да, его, по-моему, клипов, по-моему, не смотрели. Но на слух ты уже его прям точно... Я точно отделяю от остальных. Он такой, знаете, у него вот этот вот голос с бархатцем. Цветочек бархатец, да? Такое, знаете, веяние какого-то далеко-глубокого философского романтизма, что-то такое вот от него идет, исходит. То есть тут в совокупности, да, то есть если обратить и вслушаться и всматриваться всегда в его тексты, в его словооборот, который он употребляет, и с таким посылом, с которым у него это все льется голосом, это вот что-то такое прям, не знаю, вот прям правда, какая-то эпоха романтизма, но такая прям угу. Прям хорош. Как-то всегда это какая-то вот не переслащенная невнятина даже. Куда-то меня повернула, не туда. Марсель, иди сюда. Иди сюда, подойди быстро. Быстро. Иди сюда, быстро. И что? Иди агавкать себе сбер. Вот. Ой, кто бы меня покатал по супермаркету, интересно, господи. Кто предложил? Вот почему все какие-то отчаянные такие, знаете, вот из серии, типа, ну, вот, покатушки с тележки там или еще что-то, я не знаю, или угнать тележку и покататься на ней на парковке. Ну, что-то такое, вы знаете, чуть-чуть безбашенное. Ты в 20 лет... Ну, в свои 20 лет, я помню. Может, у меня просто людей не было вокруг меня, которые там, типа, да, похрен, давай, поехали. А я вечно такая, типа, да ну, нас ругать будут.
Да, нельзя, нельзя. То есть я такая прям супер правильная была всегда. И типа никогда ничего такого не могла вообще не позволить. И вообще как бы... Ну и людей у меня особо таких не было, знаете, вот каких-то безбашенных. А сейчас, слушайте, мне кажется, я даже готова что-нибудь предложить такое. И пофиг будет, типа, кто там, кто посмотрит на тебя, кто подумает. Эх, да, ну, зелено. Слушай, да ты крутой, ушу занимаешься, нифига себе, 10 километров бегаешь, господи. То, что ты просто бегаешь, ты вообще, это уже чисто восхваление моего точно удостоен, потому что я и бег, это вообще не... Сколько?